Всем привет, девчонки, мальчонки. Ну, смотрим мы расклад, что в его жизни сейчас происходит. Давайте мы вначале посмотрим несколько главных энергий на таро славянских легенд. Несколько это... Давайте три. Нет, давайте сейчас спрошу. Сколько лучше всего да не, ну 6 это вообще. Ладно, давайте быстренько 6 главных. Несколько раз открыла. Что? Раз хотят сказать, будем слушать. Итак, первое. Новое начало. Обнулился, вышел в новый путь. С чем связано новое начало? Открытие тайны или понял? Ух ты, вообще старшие арканы. Ничего себе. В открытии вообще может быть и любовного вопроса, может быть некой тайны или вообще открытие души. Вот тут как бы душа, знаете, вывернутая наружу, как-то так. Или что-то произошло довольно-таки серьезно, новый путь, пошел в новую жизнь. Человек здесь в новую жизнь, король пентаклей показывает его. Вот как-то так, понял для себя некие жизненные принципы, жизненные тайны, или если принципы, то как они работают, и что, зачем и почему. Так, первый. Второй. Ну, рыцарь кубков, это, скорее всего, вопрос любви. Скорее всего. Но также, конечно, и хорошие, приятные эти эмоциональные предложения по уровню этого, по уровню души. Так, что такое? По уровню души и некая... Это вообще жизненная, ну, как бы любовная дорога. Сейчас как бы все-таки... Да. Девятка пентаклей. После разбитого сердца. Какая-то женщина ему разбила сердце своей любовью, или тут некая пауза. После паузы он начинает двигаться, или принял решение, или понял что-то. Ну, я не знаю. Мне так показывает вообще, как это самое. Потому что думаю, ну что, кроме любви ничего нет? Как-то так. Но нам сказали 6. Смотрим дальше. Разбитое. После разбитого сердца он обрел некое равновесие. И некое равновесие, понимание, куда двигаться. И, может быть, даже некую возможность он мог ожидать. Опять же, подходящего момента. Сидел, скучал, думал, мозговал. Ну, как бы... о том, как ему проявить свою способность жизнедеятельности. Женщина, девятка пентаклей, ну, совершенно он как бы потерялся в этой любви. Может быть, процесс, когда хочу и все. Или в тройке пентаклей, ой, боже ж ты мой, в тройке все-таки мечей. Что здесь? Нет, это психоэмоциональное состояние, связанное с одной женщиной. Скорее всего, здесь вопросы как бы самих предательств, именно с, там с его стороны, еще какая-то. Нет, королева мечей идет. Ну, разве что это было до. Так, третье. Что? Третье событие. Трансформация.
Ничего себе, серьезное. Ну или вопрос, когда он действительно меняется, но это вопрос некого даже и забвения, и потерь, и то, что осталось в прошлом. Давайте посмотрим в отношении чего. Если опять любовь покажет, семья, достояние, возможности, его работа, становление, ну, как бы понимание родных и близких, отчего дома, приезды, отъезды, ну, как-то то ли все это осталось в прошлом, он решил ехать куда-то в новую жизнь, двигать, менять что-то, то ли он вообще уехал из дома, такая трансформация вообще. Вообще непонятно куда. Сел на машину и поехал. Все оставил позади. Может быть, даже как бы и такой, да. Вопрос денежный. Ну, смотрите, второй раз подтверждает эта колода Королева мечей. Ну, скорее всего, она здесь, ну, как бы показала. Ну, не знаю, вас не вас, будем смотреть потом конкретно на вас. Какая-то женщина. Хотя первое всегда это же, ну, тот, кто смотрит, но все-таки может быть именно его дорога, решил пробить стену, пока ничего не показывает, ну, решил добиться какого-то успеха в превращении свинца в золото, возможно, алхимический процесс ждет. Поехал незнамо куда, боится, не боится, скорее всего, напрягается по поводу дороги, напрягается действительно, потому что непонятное. Ну, как бы непонятное состояние. Здесь человек мог вообще продать имущество, продать дом, как бы, ну, взять все с собой в дорогу, к примеру, тоже такая, как-то так. Мог вообще оставить тоже родным, близким, оставить детям, оставить, поехать. Потому что здесь все-таки вопрос именно движения. Перемена по движению. Движение. Так, ну ладно. Смотрим еще три. Туз мечей, волевое решение в отношении чего? Или осознание, волевое решение? Королева кубков. В любви, в понимании, он направляется к женщине. Или молить о прощении, или просить о помощи. Ну, то есть, ну, здесь есть любовь или чувство наполнения, эмоциональное чувство наполнения, просто-напросто решение в отношении этой женщины. Это опять карты повторяются, потерянное было до этого. Так. Император, хорошо. То ли он сам такой властный и сильный, все оставил, все бросил и пошел сажать капусту, как-то так. Ну, в принципе, все оставил по десятке пентаклей. Ну, как-то. Или даже, может быть, некие потери были даже в этой десятке пентаклей. Это как отчий дом, я уже сказала, дом достатка, его собственный дом. Также и работа, успех, приносящая хорошую зарплату. А возможно, даже и бизнес. Там был рыцарь, обладающий финансами. Тем более его показали в таком. Ух ты. Ну, может быть, тут какая-то компания интересная. Может, это и характеристика лично его, когда он император, иерофант и король жезлов. Ну, как-то сел на свою машину, опять средство передвижения, опять путь.
Это было его сильное волевое решение, правильное решение. Он так решил и начал двигаться. Это раз. Но это все равно дорога каких-то передвижений. Может быть, вопрос управляющий, начальник начальника, вот как-то так, ну, отправили его в командировку. Может быть, тоже такая ситуация поехала. Ну, или какой-то человек, или мужчины сели в машину и куда-то вот там разъезжают. А что из этого? Куда? Да десятка кубков. Скорее всего, тут бы события показали более интересное. Он направляется там, где его ждут, туда, где он хочет быть, то, что его радует, то, что укрепляет его иммунитет, и там, где ему хорошо, на той ситуации, где он или из которой он вышел, или в которой он оставил то, что радует, еще раз говорю, его зона комфорта, что радует его душу, сердце, а также ему хорошо там, в принципе, материально. Или, возможно, он туда материально выкладывался. Это может быть коллектив людей, может быть. Это может быть переезды по рабочим как бы вопросам. Люди заодно, и они как бы решают некие вопросы опять, ну, может быть, как-то развитие компании, перенос, перевоз, как бы, и, ну, вот что-то такое тоже, как бы. Ну и опять же, вопрос семьи не отменяется или любви. И что, шестая? Ну и что в спячке? Четверка мечей — это определенная стагнация. Что он вышел из стагнации, показывает, потому что это все, в принципе, вот так выходит тогда. Его принятие решения, когда он все сгребает в кучу, когда он что-то меняет, переставляет, это его осознанность некая, он понимает, что он должен поменять, чтобы куда-то двигаться или во что-то войти, он должен как бы поменять в своей жизни, отказаться от старого, былого, и начать гореть новым. Может быть, еще вопрос, ну, отдыха или изнуряющий вопрос. Тут, может быть, устал очень сильно, как болезненные ощущения, может быть. Ну и вообще длительная изнуряющая дорога. Или вопрос о том, что он идет спасать, спасать что-либо из его чувств, которые уцелели, что ли, после его трансформации, или как? Ну, как бы достучаться до женщины, открыть ей свое, как бы, свое чувство или свое, ну, то есть какой-то путь. А с другой стороны, здесь вопрос, когда открылась, скорее всего, здесь могла быть, если был вопрос некой тайны, то здесь, скорее всего, кто-то как бы прорубил его тайну, ну, как бы открыл. Он, ну, как бы готов заканчивать. Ну, то есть завершить и вообще завершить. Этот человек даже готов где-то разрушать. Серьезные, очень серьезные встряски, резкие перемены. Он здесь мог сидеть, сидеть, лежать, лежать. Не видно, чтобы ситуация была, может быть, другая, как бы колода покажет, обычная наша колода. Но ситуации ограничений как будто бы не показывают. Изматывающий путь сложности, некая ситуация стагнации, непоказывание то, чего он хочет, или вообще какое-то непонимание в этом вопросе. Но здесь встряска и желание доказать
и завершить, закрыть некий процесс. Может быть, расставить точки над «и». Но тут дело движения. Ну, с прошлым что-то связано, или все-таки с родными местами. Может, удалялся в родные места отдохнуть. Еще отдохнуть, поспать, чтобы никто не тревожил, потому что была некая усталость, и он спрятался. Он просто там спрятался ото всех, потому что как-то сложно ему было в неком понимании, вот это чтобы дозавершить, додумать, расставить все эти точки и принять правильное решение. Вот. Здесь вопрос может быть, когда человек просто ушел, как бы, ну, это было для него, это было жизненно важное, потому что просто-напросто перегорал. Эмоциональное истощение у него, да, и физическое, в принципе, тоже. Так, ну что, поехали. Поехали. Прошу. Как вылетели? Итак. Он на данный момент, что у него в доме или там, где он проводит, как дом, его время, в принципе. Может, он не в доме живет. Так, что у него на работе? Что у него в голове? Что у него в душе? Что его радует? Что его огорчает? О чем или о ком он мечтает? Куда стремится? Чего боится? Упс. Кого он любит и куда путь держит на данный момент, что делает. Ну вот оно, завершающее его подведение итогов. Вообще человек с вами может быть действительно на расстоянии, за границей, ну как-то так, но это подведение итогов. Все, есть решение. Его. О, давно не было. Чего? Разгорелся, так разгорелся. Кипит. Кипит, бурлит, брызжет. Развел бурную деятельность. В хаотичном, может быть, порядке, может быть, в хаотичном порядке при такой, ну, как бы, быстроте. Все-таки там рыцарь жезлов, но, может быть, и держит относительное какое-то. Сейчас посмотрим направление. Но мне кажется, что хаотичный порядок. Эмоции бьет. Ну да, пажик все-таки. Пажик, он более по хаотичности все-таки будет. То есть, я не скажу, что он не завершает. Скорее всего, он завершает все дела. Или если у него есть возможность делать многое одновременно, то он это делает. Вот, но его направление и там, и там, и там, и там, и там почистить, и там закрыть, там открыть, вот это сделать. Эмоция его переполняет, он одухотворен, он с этим одухотворением гонит, как этот, метла по этому самому, по пространствам Земли, потому что у него есть решение, и он должен все успеть, судя по всему, а по-другому он будет расстроен, вот чтобы не расстраиваться или выйти. Ну, тут сопротивление есть какое-то, и он преодолевает с таким
Напором он преодолевает это сопротивление, поэтому он, скорее всего, вошел в такие бойкие, сложные, агрессивные даже где-то энергии. Он кипит, очень сильно кипит. Так, ух ты, да все просто, все вот это да в доме. Фу. Смена места жительства. Уехал, улетел действительно из дому, мог быть. Ну, или дом улетел, или какая-то, может, реально продал дом. Какие-то такие резкие перемены прям. Все, ну, там я уже не буду говорить, что вот так это вообще, ну, здесь сложности просто, очень сильные вообще сложности. Эта колода нам таких сложностей не показывала, а тут, когда заходим на энергии, вообще как-то ласковая, что ли, колода разгоняла это все. Но это как потеря дома, это как реальное электричество, это, ну, тут, да, можно сказать, знаете, некий, ну и что, соседи, многоквартирный дом, гром и молния, все сотрясается, все это самое, ну, как бы, все крушится, кто во что гораст, ну, как-то так, там... Ну, сейчас, подождите. Может быть, и ломает в доме все. Всякое может быть. Стены ломает, перестраивает тоже, как бы, но это очень, ну, как бы. Ну, может быть, что перестраивает, полностью меняет. Как сам дом, как стены, как с этими с соседями тоже, может быть, и ругается, и еще как-то. Но он точно намерен избавиться от того, что его как бы якорит, ну, что его затягивает в этом, боже, что мы по работе тройка мечей. Это как? Такие разные энергии. Чего эта колода тогда показала такую любовную? А, девятка жезлов такие. Ну, 9 кругов ада есть, хорошо, и вот эта башенка тоже есть. А, как бы, а со стороны нет, все-таки. Ну ладно, здесь девятка пентаклей, это женщина, но может быть все, что скопил в отношении, ну, как бы, жизни, такой материальный уровень. Хотел отдохнуть, думал, что вот все, что-то имею, до чего-то доработался, а тут какая-то встряска необычная, просто очень сильно необычная, и все летит тут, и с работой проблемки тоже, это вообще как-то взаимосвязано, может, у него работа на дому была, а тут как-то он понимает, что должен менять и руководствоваться новыми целями. Тут какая-то работа или тоже как бы на колесах, ну, вообще что-то меняется. С работой он на ты, он дружен с работой, работа его любит, и он работу. Как-то так. Может быть, еще какой-то вопрос именно любовных заделов, ну, как бы, на рабочем месте, может быть. И там какая-то встряска произошла. Ну, для кого-то это будет важным, понятно, что не для всех. Вот. Но рабочее место тоже как бы сотрясается от этого всего. В голове. Вопрос защиты все-таки. Отстоять свою репутацию, положение. Ну, как бы, вопрос защиты. Что-то да и проходит. Ого. Император.
отстоять свой статус, положение, причину, так должно быть, потому что я так вижу, я так знаю, я так понимаю, или вообще реально, ну, его положение, причем это серьезное положение. Он может, как и дома, ну, как бы все под его властью, ну, так и родственные связи тоже, он такой влиятельный человек, но, в принципе, скорее всего, это касаемо его положения. Как бы. Слушайте, у нас, по-моему, вообще такого процесса еще не было. Нам, наверное, показала отдельно колода легенд, его любовный вопрос, чтобы девочки не напрягались и чтобы как-то, может быть, мы потом, конечно, посмотрим в отношении вас, что происходит. Но сейчас у него на душе жесткая война. Жесткая. Он может кого-то, ну, как бы желает наказать. Он отстоять, наказать, добиться. Вообще, ну, тут как-то опять... Тут, возможно, противостояние, смотрите, с женщиной, если женщина руководитель на работе или еще как-то, могли ему и, ну, тут разное может, потому что есть разочарование от свиньи подсунутой или еще как-то, вот ему не доплатили, он каких-то денег ждал или процесс, к примеру, подсидели, он возвращает свое рабочее, ну, как бы положение, статус, еще как-то. У него одно желание по душе – это доказать и наказать. Ну, может быть, ну, любовный вопрос, я бы здесь сейчас, как эта женщина проходила все-таки по рабочим вопросам, это если вдруг тут что-то пересекается по рабочим вопросам, то может быть, как-то так. Рабочие вопросы. Ну, может, еще решает какая-то работа, нет, или вообще проблемы, и как доказать, показать что-то женщине, которой он стремится, тоже может как-то проходить, потому что и колесничий тоже, и управленец, и все тут с деньгами. Нет, разбитое сердце, здесь рабочие вопросы ему. Это рабочие вопросы и занять определенное положение и доказать, что он не лыком шит или что он может возвратить что-то свое. Император, он всегда раздает указы. Император, он на высшем... Тут подсидели его или еще как-то вот злится и вот это все делает, может быть, еще как-то... Что его радует, что его огорчает. Но он тут напряжен, в принципе, напряжен, поэтому, потому что думает о вопросах защиты и достоинства. Но... А вообще, вообще, смотрите, хорошо, не башня опять переворачивается. Может, какой-то все-таки человек на него давит сильный, но и он тогда в этот аркан зашел, дьявола. Потому что также может быть вопрос власти, вопрос... тут все тоже может проходить. И вопросы власти, и вопросы этого военных, просто военных вот так действий, потому что император относится к военному. Здесь работа могла полететь, и дома кавардак, и все что угодно. Ну, то есть, как-то странно тут. Но хотя радует его, что он тут успевает все сделать, или уже все сделал, или что-то предвидел. Ну, потому что вышел все-таки в, ну, как бы в победу. Все летит кувырком, но он вышел таки. Видите, он справляется. Он справляется и находит выходы. Собирается силами и находит эти выходы из ситуации. Находит их.
Потому что колесничий все-таки выруливает, и мы смотрим шестерку жезлов. Вот, из тупика он, скорее всего, вырулил. Вот эта его дорога, в принципе, скорее всего, и была показана, таки его дорога. Ну, сейчас так. А что огорчает? Влюбленный – это некий выбор. Давайте посмотрим, что это за выбор. Касается это любви женщины или это пришло время действовать, но он и так действует. Тогда почему его? Все-таки аркан смерти. Что все-таки, видите, как-то позади он оставил что-то он оставил позади. Это, скорее всего, некий союз, который ему очень-очень близок, и он просто вынужден был это сделать, просто вынужден был вот так по-живому резануть. Как любовный, ну, скорее всего, любовный, и, скорее всего, это будет все-таки связано и с рабочими. Тут вообще все летит. Тут вообще все как-то. Ну как летит? У него реально кипит, все кипит. Что-то происходит там, как бы не это самое. Он на справедливость. Сейчас посмотрим, о чем он мечтает. О справедливости какой-то, чтобы это уже было некое спокойствие. Чтобы все было и ничего за это не было. Как-то так. Но справедливость говорит о том, что надо делать выбор по справедливости. Но он же мечтает. Он мечтает о правильном действии. Он мечтает, что выбор он свой все-таки отстоит, что это будет сделано. Но это работа. Это работа, положение, статус, все. Да, есть это влияние какое-то. Вот смотрите, мы зайдем на вопрос женщины, тогда все-таки как-то там вас, ну, то есть эта колода показывала мечевой кубковый. Тут раз и пошла женщина-руководитель. То есть женщина, ну или просто его раздражает какая-то ситуация с женщиной, кого он любит. А есть привязка у него. Сейчас посмотрим, истинная ли эта привязка. Его личная переоценки. Ну или, возможно, он все-таки отделывается от того, что его заохомутали или еще как-то так приклеили, привязали. Сейчас посмотрим, что нам здесь покажут. Можно сказать, что кто-то его и по этому самому хотел, так сказать, к ногтю закрыть для себя на будущее в свой дом, личный дом. И можно здесь сказать и рассматривать этот вопрос, тем более эту линию, как влияние, нехорошее влияние человеку судьбу, ну, как бы жизнь повернули, хотели привязать. Вот он и злится, и теперь отделывается от этого. Это раз, как бы. А с другой стороны, ну, где-то пришло осознание этого всего процесса. Не хочет он больше пить из некого кубка. Все, он его уже напился, уже отвергает. Но с другой стороны, может быть, именно такая ситуация, кого он любит, что этот человек у него в прошлом, с этим человеком он расстался, но при такой мысли, что когда-то он вернется, потому что разрешит свои вопросы и вернется. Вот, потому что у него были перспективы видения, ну, как бы будущего с этим человеком, ну, то есть с некой женщиной. Вот. Отшельник он.
Ты таки рыцарь жезлов, таки мчится, мчится парень в любовь. Королева мечей. Там его достала какая-то, скорее всего, ну не знаю, посмотрим на вас, как вас будут показывать. Но тут что-то с королевой жезлов, ну как-то перебранка, скорее всего, какая-то. Ну, говорю, это может быть как и его руководитель или женщина, влияющая каким-то образом по работе. Чему? Вот он стремится к этому императору. Я уже, в принципе, все сказала. Восстановление его статуса. Боится вопрос или детей, или если у него есть дети, то как это, ну, как бы скажется на ребенке или на детях, вот как-то так, какой выбор, как это все будет происходить, ну, то есть захотят, не захотят дети или ребенок, или еще вопрос боится вообще, ну, как бы своего вот этого первого действия, потому что он тут в этой энергии, как бы, немножечко, как будто бы понимает, что он с тормозов слетает, он как неуправляемая энергия, которая очень сильно как бы им кружит, а так она, ну, ладно, сейчас посмотрим. О, чего боится? Все-таки какой-то неуправляемости. Главное, чтобы было все по закону. Может быть, еще вопросы? Раннего брака, не знаю, пошло, говорю вам, если он у вас действительно стар, здесь могут показать человека реально старшего возраста, дети у него могут как бы серьезно подрасти, ну, тут как бы уход некий тоже может об этом переживать. Но еще боится вот своего несовершеннолетия, да, боится он это все, что, фух. А здесь может бояться за ребенка. Где ребенок? Что происходит? Что, ну, реально, за тот же дом, что в доме? Вот тут все воедино проходит за будущее. За будущее любви, семьи, родных, близких, вот так. И за свое, возможно, за свои действия. Правильно ли он действует? Правильно ли он вот вообще делает? Туз Пентакли, смотрите, он реально развил очень серьезную, может, выиграл, повезло, или наследство кто-то оставил вот так вообще, нежданно, негаданно, он все меняет, начал все, продал дом тоже. С деньгами тоже может переживать в дорогу, к примеру, если перемещается куда-то. С большими деньгами тоже как бы переживает. Сейчас время такое нестабильное. Тоже как бы, ну, здесь шанс, в принципе, на жизнь. Говорю, а тут еще и некая заграница такая. Ну, может быть. Медленно, но едет. Ну, слушайте, он переживает вот этого процесса какого-то разрушенной башни. И опять справедливость идет. По дому, что где-то что-то резко меняется. А что еще? Ладно, а что еще в этой башне? Ну-ка, давайте посмотрим, что еще в этой башне. Работа, подтверждение. Ух ты, еще и ограничения. Ну вот это вообще серьезно. И девятка жезлов. Это у него такие ограничения, как заточение. Вообще как заточение. Тем более и справедливость здесь пошла. Если заточение, тогда это вообще все слетает. Понимаете, у него двери, возможности открываются. Он статус действительно восстанавливает. Ну, как-то так. Некие ограничения есть. Вот. Понятно, что это не для всех. Тут скрытые, да, и дорога открывается у человека. Может быть. Как-то так.
Но это вообще дома как в клетке. Ну, как-то так. Исцеление пути. Так что гармония долгое время. Вот опять вопросы, что он все-таки он еще может быть вот тут с юристами какие-то законные дела, что-то утрясает по документам, потому что надо. Может быть, говорю, и продал дом, ну что-то вот это и с этими же деньгами, потому что опять перемена и опять вот с этим, боже, борьба, борьба, борьба. Отстоять, доказать. А, вот. Ну, давайте посмотрим еще, что в отношении вас покажут. Быстренько. Так, что между вами? Фу. Фу. Так это все-таки в отношении вас. Это все-таки в отношении вас. Но между вами, смотрите, в любом случае могла стоять ситуация вот этого разрушенного пространства или вот этого, ну как бы не сложилось так, как он хотел. Если уж у него были какие-то ограничения и просто показывали, что идет вот такой некий взрыв и восстановление его положения, то именно такая ситуация, ну, как бы легла между вами. Ну, может быть, еще и некая женщина вмешалась между вами. Могло быть. Но вы для... Ну, тут есть, смотрите, счастье, любовь. Ну, тут, скорее всего, король, королева. Это его счастье, его наполнение. А это его возможность построить так, как он хочет. Но при сейчас это все как бы при потере, он должен восстановить этот статус, это положение. Ну, как бы... Статус, ну, вообще, я мужчина. Ладно, его мысли о вас. Дорога, его чувства к вам. Ой, какая радость. Теплые, нежные, согревающие, родственная душа, близкая, совершенно близкая. Ощущения из детства какие-то такие. Хорошо, мысли, куда ты, что ты будешь мыслить? Куда ты едешь, переезжаешь, дорога, смена. Ну, что ему, во-первых, надо поменять. Он чего-то все-таки... Дождаться вопроса, решения вопроса его работы, может быть, потому что он за это сражается. Тут пентакливая масть пошла. Все-таки пентакливая масса, это все ему тяжело, ему это надо сделать, чтобы выйти на новый уровень, перейти как бы на новый уровень, некие вложения, скорее всего, некие вложения, да король пентаклей, что тут восстанавливает? Что-то он восстанавливает. Девятка кубка на обороте. Справедливость. Тройка пентаклей. Опять тройка пентаклей. Он как бы тут реально восстанавливает свое положение. Его мысли, как ему восстановить. Что ему еще надо сделать. Какие приобретения надо сделать, дабы ну, отстоять, отвоевать, открыть, доказать. Сделать подарки, войти в коммуникацию, потому что все это очень сложно, но он готов с этим справиться. Ну, как бы все. Ну да, действительно, потому что он маг. Вот. Тут какие-то очень большие потери, реально. Тут одна пентаклевая масть, и вообще тут его сейчас
Сейчас. Очень интересует дело его, даже не заметила, дело его денег, работы, ну, как бы становления и в отношении этого положения, как он, ну, как бы, ну, или как вы воспримете, или как он к вам, как бы, появится, скорее всего. Ну, потому что все-таки, ну, ладно, сейчас откроем шестерка. Давай. Ну, что я вам скажу, это свое желание. Во-первых, он может ревновать к другому мужчине все-таки. Он переживает, есть чувства. Нельзя говорить, что здесь как бы и чувства нету. Есть здесь желание поразговаривать, есть здесь вот эта ситуация, то ли вы бывшие вообще, то ли что-то не сложилось. Опять этот повешенный выходит. Разбитое сердце. Закрыл, не закрыл, скорее всего, не закрыл этот вопрос, хотя очень сильно хотел, потому что прорабатывает эти, ну, как бы постоянно его тянет, эти воспоминания, вопросы с деньгами тоже имеют место быть, но, как бы, вот если бы не эта ситуация, может быть, я бы, ну, как-то быстрее или раньше посмотрел в это будущее. Я вам скажу так, пока он не решал или не решит окончательно свой денежный статусный вопрос или вопрос ревности, вот это у него первостепенно, все-таки это первостепенно, а так как будто бы, ну, четверка жезлов, это все равно какая-то стабильность, дом, может быть, вообще все потерянное. Потерянная любовь и как-то так. Вроде и закрыл двери, но по этим картам я бы не говорила, что эти двери и закрыты. Возможно, действительно вопрос расстояния. Как-то так. Очень большого расстояния. Может, человек уехал на работу, на заработки далеко. Тут карта и интернет, расстояние, две карты. Как-то ревнует, тоже может проходить. Ну, как-то. А его планы на вас? Хорошо. Есть ли у него какие-то планы? Тогда посмотрим. Потому что здесь опять семерка мечей выглядывает на обороте. Его планы есть? Да, девятка пентаклей это вы. Вот и все. Смотрите, есть у него чувство, просто в приоритете он держит это все под замком, пока вот оно, пока не сделает то, что он наметил. А наметил он обретение своего как бы статуса, возвращение своего положения. Тут вопрос в каком-то положении. Тут или его подставили, или вообще он, ну, как-то судьбу ему встряхнули не в том направлении, как бы подвесили и все из кармана вытрусили. Может, как-то так. Он старается это все привести в норму. Это у него сейчас на первом месте. Но вообще интересно там было. Ну, император и все. Император. Хорошо, тогда давайте спросим еще один вопрос. Будет ли он действовать? Будет ли он действовать? Давайте какое-то ближайшее время задумывайте сами. В ближайшее время будет ли он действовать? Ну, в принципе, хотя бы звоночек, но что-то такое должно быть. Должно быть. Потому что он принял это решение. Он принял это решение и решение на стабильность. Вот. Достичь этого, просто достичь. Здесь радость, праздник, да, вот она, победа. То есть он видит цель,
Но к этой цели, как бы в отношении вас, этой любви, ему надо восстановить какое-то положение. Все. Ну или закрепиться тоже, как бы вопрос этого может касаться. На каком-то месте, я говорю, там что-то с работой совершенно как-то не то. Или, ну, тут все потеряно. Тут такие тяжелые карты, все потеряно. Вот реально, как будто бы ни с чем остался. Говорю, ну, это и сами карты тяжелые. Они могут вплоть до на том месте, где дом стоит или где он живет, ну, какие-то происшествия не очень хорошие. Ну, или, опять же, эти природные явления. Вот. Сотрясалась земля, может быть, как-то так. Ну, то есть... и так, пожелаем ему удачи, вам тоже. Все, счастья, любви и до новых встреч. Пока-пока.